Доброе утро, друзья! С вами Ирина Подрядова и рубрика «Грамотность в массы». Как правильно, типа или типа? Давайте вместе искать ответ на этот вопрос. Расставим сразу все точки над «и». Слово «типа» с «о» на конце не существует. Теперь разберемся, в каких ситуациях мы используем слово «типа» с «а» на конце. Типа – это частица или междометие. Оно произошло от застывшего в родительном падеже слова «тип» в значении «форма» – «образец». Например, я хочу туфли типа таких, то есть примерно такие, такого типа. Правда, слово «типа» – это еще и один из самых распространенных слов-паразитов. Достаточно вспомнить примеры диалогов. Я к ней типа подошел и типа говорю. Вернемся к несуществующему слову «типо». Возможно, оно было образовано по аналогии с наречиями «быстро», «скоро», «налево», «намертво». Но стоит запомнить, что употребление слова «типа» с «о» на конце – это ошибка. На этом у меня все. Если информация оказалась полезной, поделитесь с друзьями. А я жду ваших вопросов на почту. До встречи утром!